Сразу сходу они нас записали в каких-то террористов, я не знаю. И сейчас поэтому я всем нас обзываюсь. Прям очень хорошо избивали, по ногам в основном нас. Где-то по телу, по спине били. Лежали, короче, на животе и на ручках, естественно. И сначала били, потом задавали вопросы. И били там, приходили люди и говорили: дайте мне кого-нибудь побить, я весь день никого не бил, и давали дубинки и говорили, кого можно побить просто так. Были причины, били, не было причин, тоже били, придумывали все что угодно. Как Саша, это самое, сейчас посмотрю. Санишка, сейчас мистера придет, подколет тебе обезболивающий. Обезболивать буду лидокаином. По спине мне вообще не больно. Но я все равно, дубинка. Ужас! А внизу тут нет? Внизу нет. Я пишу список, что записываю? Видим все, перелом сводов черепа, основание сводов черепа, перелом носа, перелом всего, ребер видим, все, что хочешь. Больше 30, наверное, человек за 2 часа всего лишь. Я не готов вам ответить на этот вопрос, не я принимаю решение. Пожалуйста, найдите ребенка. У нас есть совершеннолетний. Я не могу найти. Ожидайте, сейчас пообщаемся. Ну, ждать уже не можем. Я тоже не могу отвечать на 1000 вопросов. У меня нет. Ну, пожалуйста. У меня нет информации, а обманывать я вас не хочу. Вчера был суд, он тут был.